Добрый день. Вот хочу вам показать брошюровочную машину, которая используется в нашей компании. Называется Reins. Наша компания большая, достаточно большой объем папок, которые нужно сдавать. Эти папки должны быть брошюрованы. Вот у нас есть такая машинка. Вот примерно так работает. Берут несколько листов. Reins может до 10-15, до 20 листов пробивать. Вот, а две ручки. Одна пробивает, другая сшивает. Закладывается в специальный паз, пробивается. И на вот этом листе бумаги или листах, которые получается вот такая перфорация. Ну, до 21 перфорации может быть. После этого вот этот лист с пробитыми отверстиями, они собираются в пачку. Вот этот как бы обложка такая, темного цвета, более плотный картон. Вот пружинка, как видите, туда я положила вторую гребенку, растянул ручки, которая была вторая. В эту пружинку вставил первый лист, или точнее, он не первый, он будет последний. То есть это одна из обложек. Вставил. Действительно, я просто снимаю одновременно и закладываю одной рукой. Это тоже получается, видите, вот так вот закладывал, распределил по всей перфорации последнюю обложку, более плотно. После этого сюда мы закладываем наверх те листы, которые пробиты. В данном случае это вот лист, я нарисовал какую-то розницу, тоже вот так вот закладываем. Ну, оптимальный вариант — где-то порядка 10 листов, так удобнее работать. Закладываем, видите, все распределяем. Напоминаю, что у нас две ручки, одна ручка пробивает, другая работает с перфорацией, то есть брошюровывает. После этого определенное количество листов берем такую блестящую, мы называем задницей и передницей. Вот это будет передница, то есть та, которая просвечивает. Вот тоже ее пробиваем. И тоже опять вкладывать будем вот там, где все листы. То есть это будет наша обложка. Берем. Вот, видите, такая прозрачная. Просто показывает, тоже пробили перфорацию. Сейчас мы ее заложим туда. И у нас будет готова папочка брошюрованная. Мне очень, не очень удобно, потому что одной рукой снимаю, другой закладываю. Делаю тогда, когда никого нету в компании. Вот, сложили. Так, пожалуйста, перфорация, видите? То есть вот так вот делаю. Все, все зубцы зашли. И вот эта ручка. Просто ее вгибаем. Получается вот такой, грубо говоря, сборничек документов. Хороший аппарат. Reins называется, Combinate. Весит 10,5 килограмма. Ну вот делают вот такие вот у нас тома. Такой толщины. Формат А4 пробитый. Я нулевой. Ну и примерно так же расшивает. Закладываем, нажимаем ту ручку, вот пружинка отъезжает. Теперь можно снять те листы, которые нам нужны. Тоже снять. И в результате мы получаем вот эту пружину. Оп. Вот эта пружина, у них разных диаметров. Есть. Вот так примерно делает. Все, пока, всем привет, показал вам.